На сегодняшний день в полиции трудятся люди, которые готовы служить своей стране и работать на благо ее жителей. В Волжском линейном отделе сформирован профессиональный коллектив, который оберегает покой граждан. Высоко оценены усилия и каждодневный тяжелый труд сотрудников отдела в деле обеспечения правопорядка на транспорте. Дорогие сотрудники и ветераны Волжского линейного отдела, сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника ОВД. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи. А ветеранов отдела благодарю за добросовестный труд, за уроки и наставления молодым сотрудникам. Всего вам самого доброго.